Всем здорово, ребятки! Сегодня у нас, так сказать, день триумфа, не знаю, как это еще назвать. В общем, сегодня открытие чемпионата области в нашей Николаевской. В общем, сегодня бежим 300, как я уже говорил. И моей целью является это поставить свой рекорд личный, побить его, потому что мой личный рекорд в манеже это 37,5. Я тоже об этом уже говорил. Так что будем рвать сегодня дорожку и постараюсь пробежать хотя бы за 36 с чем-то. Ну, как оно на деле будет, уже никто не знает. Будем пробовать, так сказать. У нас в Николаеве выпал снег, первый такой нормальный снег. Так что я всех николаевцев поздравляю с первым снегом. В общем, одеваемся и выдвигаемся уже в сам манеж. Новосельмич Никита, первое место в деле на 60 метров среди юношей 2002 третьего года, снег и сел. Я чуть на матах не обрыгался, прикинь. Вот это не херово. Я чуть на матах не обрыгался. Ну там, когда лежал, потом побежал, разжевал. Я в туалет пошел, я думал, рвать не буду, если там посижу. Затрака Евгений, первое место, в деле на 60 метров. 99-й и старше, 7-1. Вот это жесть, надо отойти в свою точку, где я стою. Юрик Валерий. Это я. Не думал, что грамота. Филоненко Алина. Занял первое место и побил рекордик. Это нормально так. 36,4 получилось. Хотел пробежать за 37,9. Правда, чуть ленты не пускал, но все равно. Сейчас это тренировки. Ладно, пока поснимаем, отзывай. Сейчас иду в манеж, короче. Труба. Сегодня 150 метров, наверное, бегу, скорее всего, тоже соревнование. Или тренировка, в общем, тренер сказал прийти, а там посмотрим. Вчера 300 бежал, капец, меня после так порубало. Я лежать не мог встать, побледнел весь, тупо лежал и рыгал там чуть ли. Решили мы бежать 150 метров, посмотрите, Прекрасно. Какие у вас ощущения были? Обосрался. Как вам бежала стипель? Говно. Хорошо. Как вам бежала 150? Отлично. Итак, главное, Валерий, как вам бежалось? Нормально. Уйду молча. Надо пойти у кого-то взять хорошее интервью. Так, Андрюха. Как ты бежишь? Когда у тебя пятерка? 5 км? Послезавтра. Ты готов? Конечно. Готов выиграть? Конечно. Ну что, скажи, подписывайтесь на канал. Какой канал? Да любой. Беру сейчас репортаж. Здравствуйте, вы бежали 70 метров сегодня? Нет. Вон пацан сидит, вон, и? Да. Вон, на этих, на картонах, да. Это сегодня организатор этих соревнований был, трехкратный олимпийский чемпион мира и Европы. Подойдите, пожмите ему руку. Пойду-ка я, спасибо большое.
странные люди, я говорю, так, сейчас на интервью. Ванёк, и сюда, Ванёк. Ванёк, как дела, братан? Да нормально. Сдавался, спро. Так, кого? Девушка, подожди, девушка. И сюда, пожалуйста. Маша, сюда. Маша, расскажите ваше ощущение после... Что ты бежала? Полтора с... Как ваше ощущение? Нормально. Ну что ты такая красная, как утюг? Я весь день переживала больше, чем перед своим стартом. Да? Да все, ну. Главное не волноваться, главное идти вперед. Правильно? Маша, сколько ты там набежала? Это же первый раз. Ну, как говорится, первый раз всегда хороший. Это мой любимый тренер. Йоу. Вот и Ника. А это мои корефанчики. Прямо под мне. Вот мои корефанчики. Это мой лучший корефан. Она хоть снимает? Да. Естественно, она моргает, значит, все снимает. Где она моргает? Она моргает. Ты шо? Дядя, все снимает. Дядя. Так, все, я походу взял у всех интервью. Там у нас прыгуны. Ладно, всем пока. Слава, Валерчик, пока, говори пока, всем молодец. Подписчики, подписывайтесь. У Валеры хорошие видосики. Я открываю свой новый проект, короче, это, как он называется? Сейчас. Прямо сейчас придумаю название. Пикап, мать, и кого-то засосу. Вон. Видишь, мой деваха лежит, видишь? Смотри, Давай. Сейчас подойду к ней, смотри, и сделаю массаж, понял? Она такая, ха, захочешь меня благодарить? Скажи, иди гуляй. Смотри, это было. Пока. Андрюха, неправильно сел. Ну как первый раз пришел? Это был не первый. Она сейчас себя какая? Как она себя сейчас почувствовала? Невинная. Не жарко. Невинная. Наташа, сейчас я приду. Вот такие вот соревнования. Я занял 2 первых места. Я царь этого манежа, понятно? Так что, если ты не тюлень, подписался быстро на канал. Поставил лойсики, потому что будут новые видосики. Будет много еще новых видео, прикольных и ржачных. Ну и серьезных, как хотите, короче. Так что всем удачи, всем пока.